Всем привет, меня зовут Андрей Краскович, мне 18 лет, и я не знаю, что мне делать по жизни. Каждый день я вижу себя в чем-то новом, и так по кругу. Внешность обманчива, в каждом с виду веселом человеке таится куча страхов и переживаний. Я боюсь времени, потраченного впустую, я боюсь подвести своих близких, я боюсь остаться один. Но я знаю, что со мной есть близкие мне люди, которые вытягивают меня из этого моря загонов. С детства я был не очень активным ребенком, пока я не захотел все изменить. Я решил, что хочу, чтобы люди тянулись ко мне. Я думал, что у меня куча друзей, но по факту остались единицы. Кому-то это нужно было для выгоды, кому-то было скучно, кому-то это было необоюдно. Не бойтесь рисковать, снимите наконец свои маски. Не нравится учеба – уйди. Не нравится то, чем ты занимаешься – хватит. У каждого из нас свой путь, своя жизнь, своя история. Творите, совершайте безумные поступки, занимайтесь любимым делом и никогда, слышите, никогда не обращайте внимания на то, что говорят о вас чужие люди. Слушай других, но делай, как знаешь. Возможно, мы последний раз видимся на этой сцене, поэтому больше шансов сказать этого не будет. Я благодарен каждому человеку, появившемуся в моей жизни за этот период. А Фессу я благодарен за эти отличные 2 года, полных непередаваемых эмоций с каждого мероприятия, с каждой съемки. Меня зовут Краскович Андрей. Приятно познакомиться.